томат – клубничное дерево. Кусты вырастают довольно мощными с толстым центральным стволом, не зря этот сорт назвали деревом. В высоту может вырастать до 2 метров. Устойчив к заболеваниям и неблагоприятным условиям. С момента появления всходов до первых зрелых плодов проходит около 100-110 дней. С одного куста можно получить до 5 килограммов помидоров. На кусте может образоваться 6-8 кистей. Помидоры в кистях созревают разного размера. В среднем вес одного плода составляет 120-160 грамм. Плоды имеют форму сердца, поэтому напоминают крупную клубнику. Цвет томатов насыщенно красный внутри и снаружи. Мякоть у помидоров плотная, сочная, довольно мясистая. Кожица плотная. Помидоры сладкие, сочные, но имеют также характерную кислинку. Аромат насыщенный томатный. Их употребляют преимущественно в свежем виде.